Находимся на заимке. Сегодня прекрасный день, канун Дня всех влюбленных. У нас сегодня царит атмосфера романтик. Романтик во всей Ривьера парк Заимка, от Ривьеры до прекрасного места Мон Плейс. Сегодня здесь, в ресторане Мон Плейс, собралось очень много людей. И самое приятное, что это веселые, позитивные и, главное, влюбленные. Мы купили пакет, который приготовила гостиница Ривьера для Дня Святого Валентина, куда входит комплекс, да, ночевка в гостинице, ужин в ресторане и бесплатные прокаты, сноуборды, коньки. Думала, размышляла, как же удивить своего молодого человека в столь нелегкой ситуации. Да. Ну вот, наконец-то мне попался, на самом деле, это, я считаю, очень хороший вариант. Вот, и сегодня мы находимся здесь. Купили номер, это второй раз. Мы в прошлом году здесь были и в этом году. Мы решили сделать друг другу подарок. Все-таки это День всех влюбленных, и мы недавно сыграли свадьбу, поэтому мы решили отметить этот день и забронировали и номеры, и рестораны. Приготовили такой мини-романтический сет для двоих, состоящий из очень интересных закусок. Была подготовлена прекрасная шоу-программа, атмосфера любви здесь все парочками, очень здорово, еда вкусная. На самом деле я бы рекомендовала гостинице «Ривьера» и руководству в следующем году обязательно провести такое мероприятие. Что успели сделать за день, что видели интересно? На сноуборде покататься, на коньках, в бассейне поплавать. Мы катались на сноубордах, мы катались на коньках, мы купались в бассейне, успели посмотреть номер, который был украшен лепестками роз, шампанским, с пирожным, и пришли сюда. Мы катались на тюбах, на коньках, на лыжах, было очень здорово. Свадьбу отмечали полгода назад ровно, поэтому так получилось, да, нас пригласили, нам все нравится. Мы сюда приезжаем часто, независимо от праздника. Вы кого любите? Я его. А вы кого любите? А я ее. Давайте. Я люблю своего мужа, и у нас, между прочим, годовщина свадьбы, 14 февраля. Кого мы любим? Ну, понятно, себя в первую очередь. И свою супругу это на самом первом месте, потому что у нас уже почти 20 лет совместной жизни, 17 лет официального брака. Люблю мужа Диму. Мужа люблю, дочку люблю, родителей своих люблю. Я очень люблю свою маленькую девочку Аленочку. Дима, я тебя люблю! Я люблю своего супруга Александра. Я люблю Лину. А ты кого любишь? Я люблю Дашу. Я люблю Антошу. И мы все влюбленные. Мы все счастливы.